it's carried on to all of you. Grineer languished in their torture plexes. Ostron Clade starved for Tenno Tide. Corpus pupils weeping Tenno praise under Blade. Solaris souls blacken the skies of Tenno Foundry. Итак, мы продолжаем новую войну. Это акт 2. Как я понял, восхождение Нармера какого-то. Да. Да. То есть Балас стал Нармером. Судя по всему. Я потом это все зарендерю, и все это будет в одном видео на ютубчике. Новая война, по крайней мере. Вот. Если быть точным. В общем, проходим второй акт. Всего 250 хп. Слушайте, ну игра сделана очень круто. Точнее, вот этот квест. Мне уже нравится. Судя по всему, у меня есть хилка. Что? Что? Что это такое? Как это взломы? Что это за взломы такие? Нам что-то новое завезли? Я не понимаю. Это проще.
автозлом здесь тоже будет не лишним. Ага. Сонар. Десять штук надо спасти. Да вы что, отбитые что ли? Вот земля, судя по всему. Судя по ролику.
С нормальной пистолет. Так. Ну, я хочу спасти астронских пленников. А при условии того, что этот квест еще будет нельзя перепройти. Ну, как бы. До определенного времени. Как, да? Я просто не представляю, где здесь еще можно запрятать камеры. Гуглить я не хочу. Не прыгает как. Как Тен. Не прыгает. Узлы не все взломаны. Я что-то упускаю. В той стороне, что ли? Там, где летали эти черти. Корабли, но как туда попасть? Показывает туда.
я сейчас реально пропустил бы. Нафиг не стоит в завесы. Здесь. Я стоп, что-то... Ого. Вот отсюда я начал. Этого я не ожидал. Да ну! Фига, куда я выбрался? Четырех я нашел. Да он не прыгает. Это и в моем случае, надеюсь, что она. Вот.
Мне кажется, тут запрыгнуть сюда можно и вот как-то что-то отсюда сюда, отсюда туда. Черт. Ладно, давай. Сквотируйся отсюда. Блядь. Я попытаюсь просто. Что-то светилось, поэтому... Да ну нафиг. А жесты какого фрейма? Точно оператор. Его ж выбросило куда-то. Красиво в такой стилистике. Да ни хр... Один хп у меня был еще. Слышь, друг. Сет классный.
Шал какой-то классный. А, нейтрализуйте стражников. Одного из трех. Нейтрализованы. Так. При том, что говорят маски. Ну там есть, но там уже выход вон туда. Ту хрень. Я хочу, чтобы спаслось как можно больше. Это прям реально будет долго, судя по всему. Я постараюсь.
Такой лазутчик реально сделан. Он последний. Мока с румяна. Я, судя по всему, реально сменю свой шмот, если можно будет, на вот это вот дело. Если они все начнут палить, мне не сдобровать. Не зачистив, ребят, мне не подключиться. Будем реальными. Реально взвешивать свой шанс. Трое. А еще и лазер какой-то.
Я всегда знал, что я особо не стелсер. Голос классный. Корпус, что ли, подъедет сейчас? Так, пока на Грейнир все похоже. Реально долгий акт. Спокойно. Это что такое? Здравствуй. Получается, мы точно встретим какого-то архонта, потому что просто так о нем не говорили бы. Твою ж за ногу. Не-не-не-не-не-не-не. Да вы что, шутите, что ли?
Нафига их зомбируют? Убегите! Убегите, блядь! Да вы шестебётесь, что ли? Убегите, ни хрена себе! Давайте, давайте, это же мой корабль. Воу, воу, воу. Лордис, это же ты, я верю. Ну, с другим голосом, ну, искажен, ну, ладно. Нам же это специально не показывают. Твари появились. Стоп, это из праймовского. Это из праймовского фрейма. Охренеть. Мой корабль. Это мой корабль. Офигеть.
нельзя эмоции-то. Блин. Окей. Это не я. Или я? Я выглядел по-другому. Я выгляжу максимально ужасно. Блин, у меня оператор выглядел просто охренительно. Не откроешь, да? Ладно. Хрена себе. Не, ну выглядит это ужасно. Это прям вот, ну, то, что если бы дали, сняли маску, там оператор, то типа, ну да нифига себе. А тут как-то оператор, ну, типа, базовый какой-то стрёмный, просто максимально отвратительный.
просто баллос всех. Опа. Твою мать. И все, да? Да я те же пассатижи. Да ёж ты.
Сработало. Перебраться на другую сторону. Между вот этими двумя. Пока он не развернулся, да? А, там другие. В смысле? То есть не захватили, так убили, да? Вот сразу по левой стороне пойти. Да, нет. Не даст. Один хрен нужно по правой стороне. То есть, если он не захватывает, он тупо убивает. Сейчас он обратно пойдет.
перебраться на другой берег. Сделать, вот в чем вопрос. В смысле? Так, мне нужно туда. Мне же направо. Это уточка.
звали? Да, детка, я скучал. Как-то не очень. Извращенная.
mention that before we put one on? It did, and I didn't. Needed you focused. Я даже навыки использовать не могу. И чё? Мертвая зона.
раз пробуем, заканчиваем. Твоя любовь не вперлась, в принципе.
Ну, я думаю, что надо заканчивать. Буду на этом заканчивать. Завтра мы узнаем, чем закончилось дело. Точнее, не закончилось, а этот продолжилось. Все это склеится. Это реально как отдельная игра, и типа со своими элементами стелса, не стелса. Вот, правда, оператор выглядит отвратительно, а так все хорошо. Вот. Ну, взглянем на карту на Уран. На Уран. Мы пойдем на Уран. И судя по всему, а ну нет. Они все так захвачены. В общем, увидимся здесь же. Надеюсь, в то же время. И добьем это дело. А сейчас пока будем завершать. В общем, всем доброй ночи и пока.